Здесь есть немного химикатов. Давай, это круто. Здесь есть немного химикатов. Давай, это круто. Здесь есть немного химикатов. Давай, это круто. Здесь есть немного химикатов. А теперь смешай все вместе. Сделай один. Попробуй. Сделай один. Вот так, молодец. Хорошо. Теперь ты готов. Молотовы эффективны против пехоты, но бесполезны против дронов или машин. Поэтому берегись их. Велм 3 туда. Удачи тебе. Это Пэрис. Я отправляю Брэди. Он поможет взломать передачи КНА. Получи координаты всех операций КНА в этой зоне. Это Дана. Я поняла. Мы это сделаем. Как только мы доберемся до передатчика КНА, мы загрузим данные. Черт, Дана. Здесь патруль. Наверное, они ночью поменяли маршрут. Что делать? В обход не успеем. Нужно атаковать. Брэди, сюда! Эй, чувак! Ладно, Пэриш хочет тебя обучать, а я, похоже, немного тебе задолжала. Так что будешь учиться у лучших. Постарайся ничего не испортить. У нас новый план, мы нападаем на этот патруль. Брэди, тебе лучше пойти с Джименом и постараться не умереть. Давай, дружище, сюда! И постарайся выжить. Альфа, что там у вас? Секунду. Так, Дана, прямо перед нами на Элм-3-авеню ловушки с бочками.
Брэди, нам сюда. Быстрее, чувак. Эй, сюда. Через окно и сразу пригнись. Они близко. Хоть бы сработало. Они приближаются к отметке. Уже почти. Брэди, будь готов сбросить бочки. Не сейчас. Жди. Давай. Сработало! Добиваем! Ладно, дирижабль приближается, времени нет. Берите все из грузовика! Живо, живо! Открыть огонь! Ищейки! Внимание! Еще один патруль! Вступаю в бой! Джесси Уайт убиты! Мы здесь закончили! Отходим! Отходим! Сваливаем! Бегом! Отступайте! Нам не победить! Разделиться! Группа Айзека к передатчику! Группа огневой поддержки за мной! Наш выход, Брэди, давай! Дана, это Айзек. Мы тут совсем одни. Где вы все? Айзек, у нас неприятности, нам лучше разделиться. Все двигайтесь к передатчику, может, кому-то удастся до него добраться. Брэди, я загрузила его координаты в твой телефон. Удачи! Чёртовы крысы сводят меня с ума. Хорошо, что ты с нами. Слышал о тебе много хорошего. Передатчика? Перриш, мы в беде и разделяемся. Когда не волнуйся, один из нас дойдет. Мы чинили свои машины. Я рассчитываю на тебя. Филадельфию. КНА превратила его в свой опорный пункт. Верни его нам. Находится приема передатчик КНА. Если мы получим к нему доступ, мы узнаем, где находится ближайший опорный пункт и другие объекты в этой зоне.
Брэди, это Мур. Ты смог добраться до передатчика? Впечатляет. Нам пригодятся эти данные. Думаю, Пэриш в тебе не ошибся. Я попробую разузнать о Бокере, а ты пока познакомься с нашей работой. В этом районе находится наш главный арсенал. Им заведует Нед Шарп. Отправляйся туда и познакомься с ним. Я уже загружаю координаты в твой телефон. Увидимся, Брэди. Это Фили Альфа, всем отрядом! Слушайте, если я не сражаюсь, они взяли Уокера. Том, нам сражаться. Надо его вернуть. Мы вернем. Я хочу, чтобы все были внимательны. Любое слово, намек. Малейшая зацепка о том, где они его держат, должны быть переданы нам. Вы поняли? Конечно. Да. По рукам. Количество — это не главное. Достаточно нескольких хороших бойцов, таких как ты. Нам надо выбирать. Мы должны быть жестоки. Сегодня я мало страшился. Пожалуй, я открою бар, когда все закончится. Многим захочется выпить. Энди, это Фили Альфа. Где ты? В Элм-3 ищем припасы Неду. Что случилось? Бэриш хочет, чтобы все отряды искали Уокера. Сейчас это важнее всего. Понял. Мы вернемся, как только разберемся с грузовиком. Thank you.
Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время. Если мы очистим его от чучхи, мы сможем организовать подвоз припасов в эту зону. Очевидного, пусть идут дальше. Нужен больший охват. Крысиная стая, вам нужна помощь? Что об этом думает Бог? Получим отмашку и выходим. Заметил, что и нам конец. Я бы выбрала. А лучше набилась. Передай отрядам, если они не заметят ничего очевидного, пусть идут дальше. Нужен больший охват. Уже руки. Крысиная стая. Это Фили Чарли. Ударим, вы меня пальчик. Слышите? Жаль, я прозевал нападение на опорный пункт. Можно попробовать. Риск большой. Этот район. И вот этот. Что насчет Гольштейна? Хелен говорит, следов нет. Черт побери. Что же с ними приключилось? О, ты, Брэди. Мур говорила, что ты, возможно, заглянешь. Повезло мне. У нас патруль пропал. Твоя помощь мне бы не помешала. Подожди секунду. Найди Конора, спроси, проверил ли он береговую линию. Возможно, они заблудились или пострадали. Если он свободен, скажи, чтобы нашел себе байк и езжайте туда. Извини, Брэди. Я Нед Шарп. Я заведую арсеналом. Как я сказал, я потерял патруль, проверявший сообщение о переводе Уокера в другое место. Они сказали, что нашли автоколонну, а потом связь оборвалась. Нам важны любые сведения об Уокере, и мы должны узнать, что с ним случилось. Я отправил людей на поиски, но район слишком большой. Я хочу, чтобы ты тоже помог их искать. Нам придется их. Продолжай искать. Возможно, что-то блокирует их сигнал. Я пытаюсь, Нед. Я говорил Энди, что он слишком самоуверен. Почему нельзя просто быть осторожнее? Эй, новичок, советую хорошо подготовиться.
если ты идешь искать патрулей. Возьми с собой бомбы. Они хороши и против машин, и против солдат. И дадут тебе шанс против чертовых ПТР. Я собиралась путешествовать, а не сражаться с иноземными захватчиками. Это Пэрис, у нас неприятности. Чучки нашли наше убежище и накрыли всю ячейку. Все, кто рядом, окажите нам помощь. Все так. Как это сработает? Главная проблема в том, что этот район и вот этот, в той части, контролируют они. Почему они не доложили? Этот район наш. Нам не выйти, помоги! Фредди, это Нед. Чем больше зоны поиска, тем больше шансов найти Энди и его ребят. Я отмечу район поиска в твоем телефоне. Если найдешь что-нибудь, я должен знать об этом. Удачи! Унести и сваливай. Не тормозите. Патруль может появиться в любой момент. Но им не убить сопротивление. Это красная зона. Вход гражданский запрещен в любое время. Мы отвоюем всю страну. Вали их! Вперед! Валите их! Валите. Я понял. Пункты кажутся неприступными, но, похоже, есть способы проникнуть внутрь. Мы нашли уязвимое место рядом с вентиляцией. Заложи туда взрывчатку, и ты проложишь себе дорогу.
Кое-кто даже думал перепрыгнуть стену на мотоцикле, но для этого нужно быть совсем чокнутым. Мы видели чертежи, на которых показано, что в такие места можно попасть через тоннели. Но эта информация не проверена. Какой бы вариант ты ни выбрал, это будет непросто. Поэтому тебе нужно подготовиться, ясно? Удачи, Брэди. Это вентиляция. Взрыв в этом месте откроет тебе проход. Thank you.
Опорный пункт наш. И теперь по зоне будет легче перемещаться. Так держать, Брэди.